В Твери в преддверии Дня пожилого человека прошел урожайник с участием ветеранов всех районов города. В рамках мероприятия представители старшего поколения поделились успехами, которых удалось добиться за минувший дачный сезон. Подробности прямо сейчас. И огурцы, и помидоры, и яблоки уродились, калина прекрасная, виноград у меня прекрасный, пусть он меленький. Но Изабелла. Для Екатерины Ивановны Волковой ее 6 соток в СНТ Рябинки – второй дом. На своем дачном участке пенсионерка выращивает и фрукты, и овощи, и цветы, и душистые травы. В этом году, рассказывает женщина, особенно удались яблоки. У меня был совсем другой сорт осенний. Я семеринку сама привила. И в этом году на яблоне нисколько нету. Не было яблок нынче. А на этой семеринке, которую я суп привила, вы представляете, вот было 7 яблок. Вместе с Екатериной Ивановной поделиться своими успехами в дачном деле в преддверии Дня пожилого человека на площади возле ДК «Синтетик» в поселке Химинститут собрались ветераны со всех районов Твери. Такие урожайники становятся доброй традицией для регионального центра. Депутаты городской думы в преддверии Дня пожилого человека приходят пообщаться, посмотреть, какие ноу-хау придумали наши мудрые и уважаемые представители старшего поколения. Ну а на следующей неделе, естественно, мы проедемся по советам ветеранов вместе с депутатами законодательного собрания, вместе с неравнодушными людьми. Кому-то подарим оргтехнику, где-то поможем накрыть столы. Урожайник в преддверии Дня пожилого человека стал одним из многих мероприятий, которые реализуются на территории Твери для людей старшего поколения. Так, совсем недавно наш телеканал рассказывал о проекте «Серебряный возраст», в рамках которого пенсионеры города имеют возможность заниматься скандинавской ходьбой под руководством профессионалов. Вот в парке Победы к нам приходят пожилые люди. Вот. В Южном проходят мероприятия вот эти. У нас занимается тренер специально по скандинавской ходьбе с людьми пожилого возраста. Вот. И планируем дальше по городу это все дальше развивать. Но и это далеко не все проекты, которые по инициативе депутатов Тверской городской думы реализуются на территории областной столицы. В ближайшее время перечень мероприятий для людей старшего поколения будет расширен, а количество участвующих пенсионеров увеличено.